101 факт про братишку. О, вот это интересно, вот это я понимаю. 101 факт про меня. Ну, типа, я же лучше себя знаю, чем какое-то быдло. Ну, ладно. Почему я решил быдло? Не знаю просто, извини, мужик. Пова родился 20 мая 1900... Чё ты там бубнишь? Куда я погромче сделаю? 1988 года. Какого года, блядь, можно? Сейчас бля, я доёбаться буду. Пова родился 20 мая 1988 года. 1988 года. Понял тебя, мужик. Да, факт. Года. До стримов Вова занимался СММом. Школьные годы... СММом. Был факт. Хулиганом. Вова... Не факт. Вова плохо учился в школе и говорил, что система образования работает на двойных стандартах. Что? Не помню такого. За 9 лет я много чего говорил. Я как Жириновский. Какую-то хуйню несу, когда помру нахуй, одна точно прокнет. И все будут говорить, какой я ебаный гений. Появился в ходе работы в СММе. Вова начал стримить на Твиче по совету друга, потому что в то время была маленькая конкуренция. Вот все охуенно, только вот 988 года, это прям, конечно, пиздец. Чисто за что десятку накинул, вообще не понял, да? То есть, ну, по его мнению, мне 35. И братишкин запустил стрим в конце 2014 года. Первой игрой на стриме был симулятор гонок, на котором его смотрело 10 человек. Братишкина оценила EVL. У братишкина выключался комп из-за World of Tanks. Назови лучше 101 факт, когда он не выключался, блядь, гений. Вова накричал на отца. Там, ну, игры просто на пальцах пересчитать одной руки. Потому что тот зашел к нему в комнату во время стрима. Самый крупный донат братишки на 330 тысяч рублей. На Твиче Вову банили 10 раз. Там пиздун 22. Популярная фраза Вовы до 2020 года ГГ не будет. Рост Вовы 173 сантиметра. 175. Члена Вовы 13 сантиметров. 12,5. Поверьте, когда говорим про член, вот это пол сантиметра, это, ну, они реально роляют, если что. Про рост можно, ну как бы, ну, как будто бы, ну нихуя не роляет, 173,5, типа, поняли? Ну, рост это не пенис, поэтому, что-то он как-то мне тоже пару сантиметров накинул про пенис. Реально сидит тип и такой говорит, 13-м фактом, какой у меня длина пениса, ну это вообще мем. Это че, Вову банили? Вы, можно еще раз? Я хочу вдохновиться просто этим чем-то. Вова накричал на отца, потому что тот зашел... Он стоптался немножко. ...к нему в комнату во время стрима. Самый крупный донат братишки на 330 тысяч рублей. На Твиче Вову банили 10 раз. Самая популярная 22. Фраза Вовы до 2020 года ГГ не будет. Рост Вовы 173 сантиметра. Рост члена Вовы 13 сантиметров. Что ты сказал? Я не пойму. Метров. Ладно, я подозреваю, что это про пенис. Фест братишкина впервые пригласили в 2018 году. Вова распускал 89-й склад и собирал обратно. Вова... Я ебл... Поняли, типа, вот тоже факт такой интересный. От него делать, распустил, он заново собрал. А чё, блядь, скучно живем реально. Есть трейк, за который... Да не было такого. Мы расформировали его в одном месте, чтобы в другом создать. Типа, а не просто, блядь, я всех распустил и решил, а ну-ка вернитесь, блядь, все. Это как... Или был такой. Я не помню. Ему стыдно. Да, чат, я не... Что? Ну, Вова распускал 89-й склад и собирал обратно. У Вовы есть трейк, за который ему стыдно. Это любой стрим, когда мне было 17-18. Сердце Вовы занято. Вова провел стримы с ТикТок. Сердце Вовы занято. А может, не занято, блядь. Куми вебами почти 100 раз. Братишки на 89 IQ. Вова играл в футбол против Рика. Каждый день рождения он... Блядь, алкоголем. Ругается со своими друзьями. Каждый день после своего дня рождения... Блядь, ты пьяный или что? Я не понимаю. Каждый день Вова извиняется перед своими друзьями. Вова мог остаться в школе на второй год. В университете его отчислили за пропуски. А у меня не было университета, пиздун еб... Чё ты несешь? Никто меня не отчислял, блядь. Ебучие фейки. Ты смотри, как рождаются. Откуда он взял, что меня с универа, блядь, отчислили? Меня даже шараги не отчисляли. Меня из школы выперли. Но я вернулся в шарагу. Скоро меня в игре школе, блядь. Тю-тю-тю. Гений какой-то, я в шоке. Первый большой прирост получил на Пиксель Батле. Вова не ходил в армию. По восточному... Факт. Но это пока что. Ты видел, какое время сейчас? Гороскопы Вова Дракон. Вове не нравятся гороскопы, таро и предсказания. Братишкин любит синтвейв. Вова выступает против казино. До Твича у Вова был YouTube-канал Flame SV. Там... У меня еще другой был, кстати. Часто употребляемое слово уебан. Вилон... Вообще-то, блять. Он донатил 100 тысяч рублей на дыре Вове. Вова плакал из-за подачи. Факты про братишкина. Эвилон донатил Вове 100 тысяч рублей. Хороший подарков факт. На день рождения. На дне рождения парень сестры кидал Вову на прогиб. У Вовы был кукинг-стрим с Суперстасом и Димой Масленниковым. Вова озвучивал аниме-игры вместе со студийной бандой. Вова ненавидит Геншин. Вова донатил в Геншин 70 тысяч рублей. А интересные у тебя факты подряд идут, мужик. Ну ты прям вообще из меня переобувщик. Вова ненавидит Геншин. Вова задонатил Геншин. Алло, мне это все вернули просто.
Вову в машине проливали пиво, после чего там заводились опарыш. Ребятишкина снимали фильм в 1929 году. Баланс в стиме у Вовы 40 тысяч рублей. Вова не покупал комп. Вова не покупал стул. Вова не покупал стол. Многие вещи братишкину подарили. Многие вещи не покупал, то есть, ну. Еще я не покупал первый компьютер, второй компьютер я не покупал. Мышку я не покупал. Смотри, я уже 4 факта перечислил. Я ничего не покупал. Я все украл. Вова уже полгода не может разыграть айфона. Ки, блядь, полгода. Я их 2 месяца назад купил или месяц. Тинвейв, у тебя когда айфон? Погоди, привез я тебе его вот. Чисто. И погодите, нахуй, это важно. Наговаривают на меня. Ну это ужас. Тинвейв тут вообще нет. Разбился на самокате, ладно. У Вовы есть свой сервер в Майнкрафте. У Вовы 2 раза взламывали Donation Alerts. Вова жалел, что покрасился в черный цвет. Если Вова смотрит видео, которое идет 30 минут, он будет смотреть его час и 30 минут. Про братишкина есть хоррор. Братишкин снимался в клипе Миланы Хаметовой. Вова старше меня на 8 лет и 2 дня. Так это про тебя факты или про меня? Если про меня факты, тогда... Тогда нахуй тут ты нужен? Извините. Я хотел сказать, если про меня факты, тогда это не я старше тебя на 8 лет, а ты младше меня на 8 лет, понял? Вова любит... Но и в том, и в этом случае это факт про тебя. Воспитывать своих зрителей и давать им жизненные советы. Вова запускал стрим своим чихом. У Вовы вегетососудистая дистония. Да, несуществующая болезнь, кстати, держу в курсе. Вова играл в доту Шедурезом и Вангаем. Вова называет дотеров хуйсосами. Вова... Бля, ну какой же ты... Ну какой же ты урод. Ты вот специально так подряд, да, делаешь? Вот, ну, я вот так понял. Но он специально подряд это вставляет. Он состоял психокит. Вова участвовал в детекторе лжи. У братишкина был засос от каши. Братишкина единственного не забанили за игры Габара. Братишкин стримил с Утопией шоу. Братишкин рейдил радио, чтобы помочь певице победить. Братишкин рейдил сервера CSGO вместе с главным. Алло, есть логопеды? Тут полный Dead Inside видос запилил, я не пойму. Мне кажется, он стесняется разговаривать. Без обид, чел, я угораю, если что. На Вову делали расклад. Братишкин не смог сдать ЕГЭ по-русскому. Вову... Ты чё несёшь? ЕГЭ по-русскому и по борьба у меня на отлично. Матеша была тяжелая. Вот это факт. 98-й, нахуй, примерно и мои ровесники поймут, нахуй, кто в Москве жил. Почему я не смог сдать? Тот поймет, про что я говорю. Пол Москвы, блядь, на пересдачу пришло в том году. Я не помню, в каком году я сдавал ЕГЭ. Что 88? Да, я 88-го, но если по этому видосу смотреть. Помог Зубареву. А, погодите, стоп. ЕГЭ? Не было ЕГЭ, я не сдавал ЕГЭ. У меня было ОГЭ. Он начал стримить на Твиче. Братишки на чат гения. Вове часто скидывают нюцы в директ. Вова жил в общаге. Нихуя мне никто ничего не скидывает, прекратили. И на стриме. Братишкин хочет собираться со спадом в реальной жизни и стримить с ними. Вот ладно, один залетный челик сбыл, я его осудил, пиздец, максимально, и все. Пьянки. Фанатка Хесуса попросила у братишкина продать его адрес. Вова родил бабушек в одноклассниках. Братишкина... Вот, кстати, фанатка Хесуса, да? Интересный факт тоже почему-то у меня. Это ж про Хесуса факт. Мне кажется, что не существовало никакой фанатки Хесуса, и это Хесус просто сам про себя писал эту хуйню. В конечном итоге он сейчас... Вот где она сейчас? Никто не знает. Появилась женщина, и она пропала. Ему стало есть чем заняться, поняли? И он перестал эту хуйню сам нам написывать с фейков. Просто старый реально шизик, он сам выписывал эту хуйню, поняли? А что, если Алина это и есть надежда, которую дорвалась до пениса старого? В прямом и переносном смысле, кстати. Вот она и не пишет больше ничего. Что если Хесус находится в заложниках сейчас? Ему нужна помощь. Что если надежда заставляет старого стримить политику? А он, бедный, не может нам сказать, он намекает уже всячески. Никто не воспринимает его звуки. Спокойно, это только в Америке. На протяжении 3 лет срется с Генсухой. Чего, блять? Фиг. На братишке нашла кровь из носа на стриме. 30 раз примерно. Братишкин засыпал на стриме. Не было. По уши перелисты Дерлибае. Факт. На Donation Alerts есть озвучка Братишкина. Факт. Братишкин был совместный стрим со Славой Мэрлу. Факт. Братишкин брил Жожа. Братишкин... Факт. Хуйсо... Да. Бесплатно, кстати, прикиньте, насколько он лох. Братишкин был в GQ. Вова сделал один из самых крутых артов на Pixel Battle в 2023 году. Братишкин не гей. Вова учил зрителей сливать бензин. Братишкин... Чего? Battle в 2023 году. Братишкин... Чат, вы сейчас этой хуйни наслушаетесь, вы подумаете, ну тут какой-то маещело сидит, если честно, перед вами. Кого я бензин нахуй учил сливать? Чё за бред? Не гей. Вова учил зрителей сливать бензин. Чё? Я не учил их клевать бензин, я говорил, как это делается. Типа, ну, чё за хуйня? Типа, отсосом это делается. Отчиму своему.
Это... Братишкин хотел продать свой паблик ВК. Братишкин комментировал Fortnite вместе с Толяш. Вова отказался влиться на лысо за 17 миллионов. Вова полетал в Японию. Вова палил пароль от комнаты и доказывал, что это не он. Братишкин... Нет, я палил пароль от комнаты в PUBG и говорю, какой хуй сос спалил пароль? И мне чат такой говорит, это ты, долбоёб. Я говорю, вы чё, конченые, идите нахуй. Вот это было такое, помню. Дефол Туса на Пиксель Батле. Инвентарь Братишкина в CSGO стоит больше 500 000 рублей. Братишкину дарили кирпич. Братишкин хотел продать свой паблик ВК. Ты два раза один и тот же факт ставил, козел. Халтура чистой воды, чмо. Братишкин использовал банвод в качестве пароля в приватных комнатах. Вова знал трек... До его хайпа в ТикТоке. Сейчас она такая, мне 20, у меня двое детей, бля. Ой, бля. Так, ну я так понял, там дальше нарезки. Ну слушай, здесь... Блядь, да ёб твою мать. Волк, будь здоров. Во этот момент. У тебя раб... 12.06. Охуенно, кто пароль спалил? Бля, я себя тут ассоциировал с ёбаным Иваном Золом, который такой, не понял. А игра вообще рабочая или как? Скажите, у меня прям похоже, нет, было сейчас?